Ребята, всем привет! Еще две посылки. Одна посылка, опять же, заказывали мы вместе в группе, попросили у меня заказать лазер с Китая. Вот там в районе, что там $5 стоил. Дошел за 18 дней. Давайте я открою, посмотрим на него. Потом, конечно, его нужно будет протестировать, показать вам, как он светит. Я вижу, актуальная тема с этими лазерами, там, начиная от $5. И дальше цены идут. Вот. Так, ладно. Вот так вот. Здесь написано, оценен он в $10. Без упаковки. Вот такой вот. В виде ручки. Наверное, батарейки сюда ж надо, да? Ну, вот такой вот аппарат. Лазер. Как он светит? Made in China. Ну, ссылку я сброшу, вы посмотрите, в принципе, там, кому интересно, характеристики. Так, как он здесь, от чего он работает? От двух пальчиковых или мини-пальчиковых? Ну, ребят, я так же говорю, нужно тестировать. У меня батареек здесь под рукой нету. Вроде как, сейчас гляну. Нету батареек. Протестирую уже и вам покажу, наверное, ночью, как он светит, потому что днем понятно, что будет там лупить нормально. Вот. И оцените. Может, кому-то пригодится. Ну, не знаю, для чего их покупают. Вот меня просто попросили подписчики. Я заказал, чтобы вам показать. Я же говорю. Всегда иду вам на уступки. Что с ним потом делать, не знаю. И вторая посылка от моего подписчика. Мой подписчик продает вот такие вот штуки. Это называется ледоходы. Ссылка будет в описании. Вот, он мне просто прислал, говорит, как благодарность за канал и так далее. Вот такие вот ледоходы. Сейчас у нас зима как раз, одевается на ногу. Единственное, что здесь размер 40-й. Вот, они мне не очень подходят, у меня 44-й. Вот, прислал. Это не какая-то мне реклама, сейчас начнется, я продался и так далее. Ссылка будет в описании, если кому-то интересно, они там стоят копейки в Украине, вот можно купить. Парень занимается, есть группа ВКонтакте. В счет благодарности прислал мне вот такие вот, короче, потом закину, вот такие аппараты. Все, больше ничего нету, думал с лазером что-то будет поинтереснее вам показать, поэтому решил сделать отдельное видео, но, как видите, лазер. Светит, должен светить, и в принципе все. А так выглядит прилично. В принципе, на $5 соответствует, я думаю. Ну, у лазера главное, чтобы он светил. Поэтому, может, еще не работает. И, ребят, не досмотрел я в прошлой посылке с байконсом. Мне не положили 2 диода. Вот. Посылки, которые шли там эти. Где? Вот эти штуки, где под скотч шла. Ну, короче, посылка это была. Вот, я там заказывал, и посылку эту заказывал из-за диодов. Себе в подсветку номера в машину. Вот там 5 диодов, напаянные, как, ну, в виде кукурузы. Вот я заказывал, там $2 или $3 заплатил, и опять нету. Не везет мне с этими диодами, никак не могу себе заказать. Вот, поэтому не знаю, что делать. Наверное, открывать диспут, пусть отправляют мне заново эти диодики. Вот такие вот дела. Поэтому внимательнее смотрите на свои посылки, что вам приходит. Потому что когда по мелочи так пришло, вроде все приехало. А открыл заказ, ссылку посмотреть. Оп, и нету. Так что так. Все, ребят, ждем посылок. Всем спасибо, ставим лайки. Блин, я думаю, посылки будут интереснее, потому что, ну видите, пока вот так вот. Все, всем пока.